Я понимаю то, что меня посадят за всю вот эту вот информацию. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю то, что лучше бы этой войны вообще не было. Российский контрактник из Хабаровска Даниил Фролкин в разговоре с журналистами издания «Важные истории» признался в совершении военных преступлений в селе Андреевка Киевской области, которая находилась под оккупацией больше месяца. 21-летний российский солдат убил одного мирного жителя и мародерствовал. Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтора Фролкин Даниил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке. О расстреле гражданского населения, об обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов. Журналисты издания установили личности 4 российских солдат, причастных к мародерству и убийству мирных жителей в Андреевке. Их идентифицировали благодаря ими же сделанным фотографиям на украденный у местного жителя телефон. Сам населенный пункт – один из наиболее пострадавших от обстрелов российских войск. За время оккупации там погибли 13 мирных жителей. Многие жители Андреевки, с которыми мы поговорили, вспомнили солдат с этих снимков. Судя по рассказам местных, они могут быть причастны к грабежам, мародерству и даже убийствам. Из статьи издания «Важные новости». Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны формата «Рамштайн» помочь наказать российских военных преступников. Он обратился с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям для создания международной группы. Она будет помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны. Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести Кремль на нашу землю, и отчего мы защищаем не только Украину, но и весь свободный мир. Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом догоним каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет. Алексей Резников, министр обороны Украины, Facebook. Однако, как заявил Резников, чтобы это стало реальностью, необходимо с холодной головой предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления. Министр подчеркнул, важной составляющей противодействия им должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и неограниченным по времени. По словам международных экспертов, мир только начал задумываться над тем, как может выглядеть правосудие в отношении агрессивной войны России. Но украинская правовая система не в состоянии справиться с огромным объемом ожидаемых дел. По мере развития конфликта все больше и больше российских солдат, полковников и генералов будут попадать под стражу украинцев. И когда это произойдет, будет большой интерес к судебному преследованию. Я не могу себе представить, чтобы нынешняя украинская судебная система справилась с этим. Майкл Шарф, декан юридической школы университета Case Western Reserve в Кливленде, в интервью Foreign Policy. Майкл Шарф предлагает создать военный трибунал, в состав которого, кроме украинских судей, будет входить международные наблюдатели, иностранные советники, а также будут гарантированы безопасность со стороны Запада и значительное финансирование. Русские не собираются выдавать никого из обвиняемых. Но красное уведомление Интерпола означает, что любому из этих обвиняемых, политикам, военачальникам или солдатам, грозит арест, если он покинет страну. Это сделает этих людей, в том числе Путина, заключенными в России. Майкл Шарф, декан юридической школы университета Case Western Reserve в Кливленде, в интервью Foreign Policy. По данным Офиса генерального прокурора Украины, с начала полномасштабного военного вторжения Россия совершила более 20,5 тысяч военных преступлений против Украины. Эксперты заявляют, Нюрнбергский процесс, на котором судили нацистских военных преступников, остается золотым стандартом для такого рода судебных преследований. Хотя первые судебные процессы были сосредоточены на высшем руководстве нацистского режима. Но этот трибунал стал возможен только после разгрома нацистской Германии. Виктория Синько специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.